Чистота в городе – залог здоровья его жителей, уверена главный врач первой стоматологической поликлиники Марина Шаповалова. Коллектив мнение руководителя поддерживает. Как только узнали об общегородском субботнике, решили, что обязательно примут участие. Для врачей в первую очередь важно поддерживать чистоту, потому что как бы мы в принципе чистота и врач – это единое целое. Поэтому мы и свою территорию вокруг поликлиники регулярно убираем, следим за этим. И считаем, что нужно проявлять инициативу по уборке, вносить лепту в уборку города. Генеральную уборку врачи сделали за 2 часа. Хотя сегодня суббота, у макеевских школьников рабочий день. Только вместо привычных ручек и тетрадок у них в руках грабли и веники. Они вышли на общегородской субботник. В 13-й школе детей приглашают на субботники, начиная с 3-го класса. Важно приучать ребят к чистоте, уверена учитель Галина Щербаченко. Дети, конечно, пришли с удовольствием. Посмотрите, сколько у нас орудий труда, много. Работают увлеченно дети, с удовольствием. Все ребята вышли на уборку по своему желанию, утверждает Галина Щербаченко. Детям пришли помогать и некоторые родители. Трудновато. Не знаю, листья так тяжело собирать их здесь. В 13-й школе учится моя дочь в 5-м классе. Я пришла помочь, поддержать и классного руководителя, и всех детей. В управлении жилищно-коммунального хозяйства рассказали, с начала осени это первый общегородской субботник, но не последний. До зимних холодов Макеевку приведут в порядок еще раз. Екатерина Павлова, Роман Фролов, «Панорама».